Что, господа, готовы сказать? Да по большому счету нет, но единственное, что когда я попал сравнительно случайный недавний участник философского штурма, форума точнее, мне показалось удивительно, что сделано там очень удобно и для споров, для дискуссий, для того, чтобы можно было бы свои статьи там оставлять для себя, как-то какой-то учет вести. И вот такая вот многосторонняя удобность сайта самого показалось чрезвычайно удобным и, что называется, в точку. И удобно комментировать чужие посты, цитировать. И это привлекло очень сильно, как бы, мой интерес к этому делу. И да, конечно, обнадеживающая формулировка о том, что клуб, как это, совместного философского творчества, да, по части, конечно, пытался я найти на этом форуме, что были какие-то отдельные ветки, может, отдельные клубы по направлениям, там, скажем, гегельской философии или еще. И вот этого не обнаружил, да, вот какие-то. Было уничтожено. Изначально это было, вот, а потом не стали делать. Потому что там, даже когда регистрируешься, там мне понравились и такие посылы, что вот какую философию вы там исповедуете, там каких школ там можно было перечислить. А, Да, вот все да. эти моменты, они как бы для человека, который увлекается философией, они, конечно же, приятные от интернета, то есть такие иметь для себя в качестве пользования. Вот, собственно, и с другой стороны, это вот с формальной стороны, с другой стороны, очень много там людей, конечно, есть, и они своеобразную точку зрения на мир, на бытие, на себя, на людей выставляют. И порой иногда просто зайти, очень интересно, просто почитать, что люди пишут, какой-то для себя интересный какой-то момент. Просто оценить оригинальность чужого воззрения на мир. Вот этот сайт, он как раз этому большую услугу делает. Вот что хотел сказать, собственно.